А вот я не знаю, вот такой лучший вопрос. А кому можно верить? Кому? Кому? Вот не знаю, кому. Во-первых, нашему руководству нельзя никак верить, мэрии тоже нельзя верить. Они все в основном больше не то, что сказать бы, врут, но не говорят правды. Ну, мне кажется, вот которые более сейчас молодые у власти, вот они стараются, мне кажется, нас как-то обмануть. Ну, не знаю, кому, незнакомым людям, наверное, кому я могу еще не верить. Мало знакомым людям. Нашим чиновникам, наверное. А что они такого сделали, чтобы им не верить? Почему? Потому что они никогда не выполняют своих обещаний. Я стараюсь общаться с такими людьми, которым верю. Нашему правительству, наверное, сейчас. Ну, потому что обманывают. Ну, совсем никому не верить тоже нельзя. Как же так, без веры-то жить? Сейчас, в данный момент, я не верю, допустим, чиновникам нашим. Вот абсолютно, потому что они не за народ. Угу. Вот это я могу смело сказать. Господи Иисусе, кому нет веры? Кто пьет, наверное? Почему? Если пьет, значит, врет? Так, наверное. Ну, малолеткам каким-нибудь там, наркоманам. Гунам, кто гуд постоянно. А это кто? Плохие люди, которые... Да я вообще-то всем верю.